Мне точно все это не снится? Мы объединились с русскими, чтобы дать отпор империи японцев. Под наше командование перейдет русский снайпер Наташа, а также некоторая часть советского флота. Я думаю, вряд ли Наташа и Таня поладят. Постарайтесь не допустить конфликтов, но все же ваша первостепенная задача — захватить порт. Япония захватила Гибралтар. С этого плацдарма она наносит удары и по Альянсу, и по русским. Ваше задание заключается в следующем. Уточнить диспозицию японских войск и уничтожить их. Выяснить, где находятся захваченные корабли, и отбить их. Как вы знаете, эта операция будет совместной. Советский Союз согласился выступить против империи вместе с нами. Как и предполагалось, во время операции организовывать взаимодействие боевых групп будут наш агент Таня и советский агент Наташа. Империя захватила стратегически важный порт в Гибралтаре. Операция по освобождению проводится вместе с русскими. Надеюсь, совместно мы сможем отбить этот порт. Ой, детка, вода-то холодная. Это еще не холод. Я как-то купалась в Лене. Вот это был холод. Ах ты, мелкая! Командир, можно прямо? Ненавижу эту дуру. Эх, Таня, и когда ты только поймешь, мать России рождает самых лучших в мире солдат, а я лучшая из лучших. Займемся делом? Мы польщены, что для войны с империей вам пришлось объединиться. Но даже это не остановит наши войска. И это все? Под огнем. И все, враг только один? База противника. Выполняем. Получено новое задание. Прости, Таня. Это была твоя добыча? На союзника напали. Она начинает действовать мне на нервы. Делаю. Я тут. Уже в пути. Выхожу. Я тут. Я мигом. Так точно. Выполняю. Так точно. В погоню. Объект под огнем. Внимание! В зоне Гибралтара замечен боевой робот Владыка Они. Получено дополнительное задание. Эй, Наташа! Похоже, я лучше тебя. Вас поняла. Помогите! Пристегните ремни. Двигаюсь. Вас поняла. Это все мое. В погоню. Объект под огнем. Я мигом. Сделаю. Неудачник. Уже в пути. Я тут. Так точно. Выполняю. Вас поняла. Какие будут приказы? Я мигом. Выхожу. Вас поняла. Так точно. Будет сделано. Двигаюсь. Выполняю. Легко. Объект под огнем. И все, враг только один? Вас поняла. Выхожу. Уже в пути. Выхожу. Сделаю. Я тут. Где вечеринка? Эй, ты, а ну стоять! Объект под огнем. Я суперпрофессионал. Тук-тук.
бою готова. Начинаю уничтожение. Тук-тук. Уничтожьте самолет и освободите дорогу. Это будет здорово. Уничтожил всех. Кого еще убить? Кажется, я ранена. Пластид заказывали? Мелко для москвина. Это будет здорово. А ну иди сюда. Займемся делом? О да, мне это нравится. И все, враг только один? Без проблем. Я тут. Это все мое. Сейчас тут будет грязно. Новая добыча? Я с вами. Выполняем. Он уже мертв. Есть еще цели. Прибыло подкрепление. Доступны новые постройки. Кого мне назначили в напарники? Хорошо, сделаем вид, что я забыл о том, как вы уничтожили мою базу. Нам ведь работать вместе? Я буду вести наступление на суше. Не путайтесь под ногами, ясно? Эй, смотрите, эсминцы как раз то, что надо, чтобы отбить натиск этих амфибий. Идет строительство. Получено новое задание. Плавающие танки «Цунами» вооружены мощным скорострельным орудием. При необходимости танк может активировать защитные экраны, но стрелять при этом он не в состоянии. Остается только давить вражескую пехоту траками. Держитесь, бураны на подходе! Строительство завершено. Доступны новые постройки. К бою готово. Укрепление. Расширен доступ к криотехнологиям. Вам вертолеты «Буран». Средства воздушной поддержки, способные замораживать вражеские объекты. Последние утрачивают способность действовать и становятся уязвимы для атак. Крио-орудие вертолетов уменьшает противника в размере. Разрешено создавать вертолеты «Буран», способные замораживать противника. Идет строительство. Приостановлено. Отмена. Идет строительство. Эй, в чем дело? Вас поняла. Этот район будет нашим. Вернусь и убью еще кого-нибудь. Ребята! Идет строительство. Огневой контакт! Вперед, господа! Страж к бою готов! Постараемся изо всех сил! Доступны новые постройки. Идет строительство. Следуем указанным курсом. Как это мило, господа. Ха, заклятые враги бьются спина к спине. Как это мило, как трогательно и тщетно. Идет строительство. К бою готово! Эй, ты, а ну стоять! Противник атакует комбайн. На союзника напали. Чин-чин! Кого бьем? Новые постройки. Идет строительство. Нехватка энергии. Идет строительство.
строительства. Обнаружен противник. Строительство завершено. Идет строительство. Чем вам помочь? Строительство завершено. Развертывание невозможно. Идет строительство. Чем вам помочь? Идет строительство. Связь установлена. Строительство завершено. Обнаружен противник. Максимальное энергоснабжение щитов. На базу напали. Какие будут приказы? Прокладываем курс. Мимо нас врагу не пройти. Чем вам помочь? Похоже, нам придется непросто. Взлетная палуба свободна. Чем вам помочь? Таня здесь. Чем вам помочь? Я хорошо плаваю. Я тут. Идет ремонт. Идет строительство. Чем вам помочь? Космическое орудие на второй линии, сэр. Щиты активированы, сэр. Строительство завершено. Хозяин морей. Чем вам помочь? Мощность сигнала падает. Щиты активированы. На союзника напасть. Мы в эфире. Да, товарищ. Я лишу его жизни. Никак нет, сэр. Включенными щитами это невозможно. Дано разрешение на усовершенствование... Готовы к бою. Изменят на связи. Мы в угрожаемой позиции. Смена позиции. С удовольствием. Сэр, нам нужна помощь. Идет строительство. Таня, к бою готова. Объект под огнем. Пора на свалку. Тук-тук. Строительство завершено. На подходе эсминцы. Вот они этих гадов отутюжат. Какие будут приказы? Вы победили нас в этой битве, но войну с Империей вам не выиграть никогда. Смиритесь с этим. Объект под огнем. Получена новая задача. Я весь внимание. Развертывание невозможно. Эй, в чем дело? Давай вылезай. Усовершенствовать. Летим на базу. Очень рад. Сейчас сделаем. Объект под огнем. К бою готов. Объект уничтожен. Давай вылезай. Приказывайте. На союзника напасть. Счастливо оставаться. Займемся делом. Мы в эфире. Задействуй оборонительные системы. Обнаружен противник. Готовы нанести точечный удар. Укажите цель. Обнаружена база противника. Обнаружен агент противника.
Обнаружен противник. Идет строительство. Таня, к бою готова. Мощность сигнала падает. Мы в угрожаемой позиции. Спутник на второй линии, сэр. Строительство завершено. К бою готов. Давай вылезай. Приказывайте! Давай вылезай. К бою готов. Идет строительство. По данным разведки, имперцы хотят ударить по вам с фланга. Будьте осторожны, сэр. Судя по всему, атака будет серьезной. Обнаружен. Я вижу. Напоминаю вам, командир. Вы можете развертывать комбайн-старатель в аванпост на суше и на море. Этот порт принадлежит Империи Восходящего Солнца. Уходите, пока я не разбила вашу армию и не уничтожила вас. Радар зафиксировал приближение имперского флота. Идет строительство. Обнаружена база противника. На союзника напали. Идет строительство. Кого на базу напали. БМП на связи. Объект чужой. Объект уничтожен. Строительство завершено. Я полетел отсюда. На союзника напали. К бою готов. Чем вам помочь? Готовы нанести точечный удар. Обнаружен противник. Что нам делать? Жду приказаний. Жду приказа. Погода сегодня лётная. Чем вам помочь? Жду приказа. На базу напали. Вас понял, выполняю. Объект под огнём. Таня здесь. Это всё моё. Идёт строительство. Да! Я мигом. Обнаружен агент противника. Следующий. Приказывайте. Сэр, нам нужна помощь. Задействуй оборонительные системы. В нашем здании... Кого бьем? Покатаемся? Обнаружен противник. Объект уничтожен. Обнаружена база противника. Идет строительство. Объект под огнем. Выполняем. Хозяин морей. Мы прирожденные моряки. Укажите цель. Кого бьем? Все проверки завершены. Взлетная палуба свободна. Мимо нас врагу не пройти. Что нам делать? Обнаружим. Летим на базу? Очень рад. Идет строительство. Идет строительство. Мощность сигнала падает. Какие будут приказы? Сделаю. Пристегните ремни. Объект. Чем вам помочь? Идет перезарядка. Ждите ответа. Займемся делом. Связь установлена. Уничтожь. Сейчас тут будет грязно. Куда идти? Недостаточно средств. Кого бьем? Агент противника. Пора на свалку. Броня. Все проверки завершены. Меня обнаружили. Похоже, нам придется непросто. Объект. Мы в угрожаемой позиции. На союзника напали. Будет сделано. Недостаточно средств. Пристегните ремни. Идет. Чем вам помочь? Царапина. Покатаемся? На базу. На сегодня работу закончил. Это моя территория. Где вечеринка? Сэр, нам нужна помощь. Объект под огнем. Да, сэр, выходим на позицию. Идет перезарядка, ждите ответа. Непременно. Чем вам помочь? Достаточно средств. Фиксируем координаты. Максимальное энергоснабжение щитов. Точечный удар. Обнаружена база противника. Обнаружен противник. Ждем
ваших указаний, сэр. Вас понял, сэр. А интернет там есть? Взглянем-ка на диаграммы. Чем вам помочь? Объект. Ручки-то, вот они. Космическое орудие на второй линии, сэр. Эгида непроницаема. Максимальное энергоснабжение щитов. Готовы применить переохлаждение. Обнаружен противник. Идет перезарядка, ждите ответа. Эгида непроницаема. Недостаточно средств. Куда идти? Фиксируем координаты. Обнаружена база противника. Эй, в чем дело? Пластид заказывали? Обнаружен... Космическое орудие на второй линии, сэр. Объект под огнем. Чем вам помочь? На союзника напали. Новые постройки. Средства переведены. Противник атакует сборочный центр. Странно это, командир. Может, русские не так плохи? Или, может, они просто чего-то ждут? Отличная работа, командир. Похоже, я недооценил ваши боевые качества. И поскольку вы меня не предавали, я оставлю вас в живых. Обнаружен противник. Ну да, командир, вы молодец. Захваченные вами корабли будут более чем полезны при штурме всех этих плавающих крепостей. Сэр, генсек Черденко на связи. Дайте связь, лейтенант, господа. Фельдмаршал Бингем, хочу выразить благодарность за содействие в заключении мира между нами. Благодарю, но это все заслуга нашего командира. Это же он отбил у японцев Гибралтар. Рад нашему знакомству, командир. Полагаю, вы вполне оценили боевые навыки Натальи. Она наш лучший боец. Да-да, для уничтожения плавающей крепости нам понадобится любая помощь, которую вы только сможете оказать. Мы учтем. Удачи, господа. Спасибо. Да, эта крепость торчит там в Северном море прямо как кость в горле. Но при поддержке флота и, конечно, советских сил, может быть, будет шанс. С Богом, командир!